Итак, сегодня я вам покажу игру 5 Sports 2. Тут много разных, скажем, отличий от картины. Найти обезьяну, отличие от картины, но без времени, и пазлы. А оно отделяет часы от картины, и чтобы мы нашли. Вот давайте сделаем первое отличие от картины. У нас здесь помощь Джокера. Итак, давайте найдем. Вот нам нужно найти 5 отличий. 2. Помощь Джокера. И мы продолжаем уровни. Здесь пишется, на какой уровне мы стоим. И пойдем вперед. Раз. Два. Четыре. Пять. Наверное, вам уже понятно эту часть игры. А теперь давайте пойдем к поискам обезьян, да? Нам просто нужно найти 5 обезьян на картинке. Раз, два, три, четыре и пять. Это очень легко. Пойдем дальше. Здесь нет помощи Джокера, потому что она очень легко играть. Наверное, это вам уже понятно. Давайте пойдем вперед. Это отличие от картины, но это без времени. И есть помощь Джокера. Итак. Раз. Два. Еще. Три. Здесь, когда мы нажимаем на картинки, ничего не случается, потому что здесь нет времени. Наверное... Ох, я не заметил. Потому что не видно было очень. Посмотрим. Раз. Это три, пять. Наверное, это вам уже понятно. А теперь пойдем к пазлам. Так. Мы должны здесь найти эти части. Еще последняя часть.
Да, я забыл сказать, что здесь у нас есть помощь Джокера. Так, пойдем вперед. Посмотрим. Да. Эта картинка была же в отличиях. Так, посмотрим. Еще осталось две. Все, мы выиграли этот уровень. Наверное, вам уже понятна эта игра, так что увидимся потом.